Okay.
隣の人の動きはもう全部わかるね。それでもう全部パッパッパッパッみんなの3人の上にね。でもそこは人を
This is very important. The more this. Then twist. Потом squeeze from here. Home. Home. Потому что вы прыгаете.
大体これが当たるんです。This is the time. でこれが当たるっていうことは、僕が短く持ってるでしょ。短くね。持ってる。それで当たるっていうことは、それでもここに対峙するってことは、腰がアップしない理由。Причина того, что у меня не поднимается пятая точка, это то, что оба колена находятся на полу, прикасаются к полу. Нет. Он аппу сума там, или? Нельзя ни в каком случае заниматься. Окей. Так что, ここが, так сам, 血が出るぐらいになってください。Надо обязательно поставить ногу для баланса. Заншин очень важен. Вы делаете так. Слишком быстро. Это плохо. В моем случае. И чай пон. И from here. Надо делать это примерно в такой промежуток времени. Многие делают так. Вопрос нужен. Ударная часть какая? По палец или... あの, キックする手の部分は どうですか? あの, 指とか? ノーブル。ノーブル。彼の質問はこうするからこのがいいんじゃないかってだけでしょ? Вопрос заключается в том, как держать руку? Нет. Чем мы делаем? どん キック しますか? この指とか攻撃。 こことここ2つの後ろです。例えば。オーピックエンピン。そしてこう。3。 Чуть-чуть, да, Тяжелый. Я перестрою.
Thank you.
Then wait. Not middle. Нина, не посередине. Then here, not right. Straight. Прямо спина. From the shoulder to hip. Straight. От плеча до таза. Прямо. Then more down. И ниже. This one, no motion. Yes. Okay. Друзья, показывают
Прожужжал уже все уши, но я уже тысячу раз говорил, что, в общем, главное, чего я от вас хочу добиться, это как можно более жесткое отношение к вращению бедер. И я хочу, чтобы эти движения были не просто большими или чтобы их было очень много, я просто хочу, чтобы вы доводили их до предела. Кроме этого, спринг, пружина. Во время ударов, будь это удар рукой или ногой, неважно абсолютно, нельзя использовать ложную силу. Вы знаете, что такое ложная сила? Наверное, нет. Те, кто не знает права. Окей.
Для того, чтобы лететь на трассе, нужно, чтобы в его плоте была сосредоточена сила всего его тела. Тогорога. Тем не менее. Карева. Сейчас он будет вот так. Корега Усу. Вот она вот. Why? Because my punch for this week. My power for this week. Thank you, the Lord. Потому что мой дар здесь сладостно, моя энергия. Живую дамашку, хоть и чего, и вы чего работали, но хоть и мотит, ты говоришь, что? Сколько Усу? Надо пройти в другую сторону, значит, это будет сложно. Окей. По этому руке. ここに力持ってくるんだってあれば、そこに持ってくるフォームを作らなきゃいけない。で、例えばあなたに質問。僕はこの後ろ足をストレッチしたら、伸ばしたら、このパワーは体どっち行きますか？こっち、こっち、こっち。Thank you.
そして朝11分ぐらい攻撃の練習やりました。こういう時期、特に蹴りの攻撃とか突きの攻撃とかいろいろあります。で、今日泳ぎの練習やりました。
вам цифру, говорит, вам дай 12. Он очень горячий. Я шлю. Ну, ой, горячий я. А сегодня утром? А так, бог, горячий. Сегодня утром мы занимались боевым видом карате, в том числе простым приемом. もちろん 朝の練習はすべてできますよ それを自分の道場を帰って 1000回 2000回 3000回 たくさんやることによって 自分のものになるわけね 今日のはただ 僕の練習方法で新しく アイデアを僕が一つポイントを教えただけなんで それで皆さん今日朝少しやった それで俺はもうできるんだと思っちゃうことを待ち 体はそんな難しい簡単なもんじゃないね Сегодня мы пытались выполнить, несмотря на то, что весьма простой прием, тем не менее, если вы положите те новые знания, которые вы сегодня получили, в основу своего знания о карате, это поможет вам в гораздо более сложных вещах. それを受けて、あるいはさばいて、そして決める。反撃ね。また使うんですよね。反撃の練習をやります。Сегодня мы также попробуем рассмотреть не только нападательный прием, прием нападения, но и оборонительный. Окей. Я вижу все. You attack. Хотел бы. Джоуда. Ой. Окей. You are. Это не собаки назад, лоб. Сегодня мы рассмотрим два приема.
これを構えて締めたってこれじゃないです。次、この足が速く。
前に出るときに、
Исходное положение не очень хорошее, но... Больше вес вперед, три ноги. Более стилы еще. Не надо слишком вращаться вокруг себя. Пульта, поясница. Вместо этого лучше использовать нижнюю часть тела. То есть утром было размер. Сейчас просто совершенно другой вид борьбы. Утром мы учили, как разворачиваться. Только бедра. Это атакующий получается. Нет, это просто не думай о том нападении переобороны, это просто как бы, прием того, как надо ворачивать. Это просто приемы вращения, а уже разницу в нападении обороны будем рассматривать позже. Надо собрать силу. После этого лучше сделать так. Не используя никак повороты поясницы. Вместо этого. Используя нижнюю часть тела, учимся разрабатывать дистанцию. То есть мина-санда сияй сутоки. Нива имано йоуна скайкато сурто хангетикин как когеке мото чёгмайло. Если во время боя вы будете использовать таким образом, оборона невозможна. Вы просто пятитесь назад. Если вы где-то все-таки сконцентрируете свою энергию при помощи этого приема, то тогда оборона возможна. Хай, камай. Аната ва фас кан ойки. Де мидо тика. Вниз больше. Голеностоп сбросим. О, да. Сжимаем голеностоп. Она находится непосредственно в этом состоянии.
двигается по одной линии. Это неправильно. Где мы тут плаваем? Куда мы тут? Вся сила находится вот именно там. Хуй. Да, куку краб. Назад. Монахов. Собаки. Thank you.
эвакуировали эту простыню. Слишком короткое движение и не закручивается таз до конца. Кому кочига, а вис гипс, мол, кукумады круто, мол, сгоку капки нет. Вы дадите совершенство, если будете с имитацией учителя и выбрасывать ногу в поле вперед. Hey! Hey!
되긴 하시더라, 같은데. Вы сейчас пытаетесь представить ритм комитета, но тем не менее не поставить, не запомнить фиксированную позицию тела непосредственно перед приемом, у вас это не получится. Вам в первую очередь надо запомнить, разойтись и запомнить, как, из какого же исходного положения надо стоять. Если оставить метро открытым и пытаться станцевать
Can't
Если я не открываю пятку, я не могу вращаться. If open, here. Если я открываю, то я могу. Okay. Yes. Then hook. Always hit me. Like juggling. Okay. Then mistake you. Если не ошибка, то в обратную сторону. Then. So always. Okay. If you start strong, I don't guarantee. Okay? Я не гарантирую того, что у вас удар будет слабым. Okay. This is your problem. Это ваш проблема. Okay. Thank you. Here are. Пятый нападающий. Это не шутка. You know,
Mmm.
Вам. Многие делают так. Что? Но давай там подбивать. Слишком плохо. Вам очень. Одно движение. This one. Okay. Pull. Okay, next pull. Pull. Ой, что делается, да? Ну ты поделай чего-нибудь хоть. Пожалуйста, простите, но мы будем делать это как можно более быстро, потому что у нас очень мало времени. Может быть, будет еще возможность more.
I'm watching you, okay? Спасибо.
So many people who marching like this. Don't. So many people not use. Only. Yeah. No good. More. From here, by ship. То, чем сегодня мы будем заниматься, это опять же повторение, то, о чем я все время говорю, это важная часть бедер и эпичного отдела. В общем-то, я повторяюсь, но тем не менее, и в этом приеме тоже, если не обращать внимания на эту зону, то ничего путного не будет. Просто так повторять раз за разным упражнением нет смысла. だから, 今日皆さん上手くなるための、そのポイント。 マッサージダイビングとどこがポイントかっていうことを言います。 именно поэтому я сегодня хочу просто указать вам на те моменты, которых вы не правы. В чем же основные моменты упражнения массажа? 多分、not only マッサージ、every肩、and all肩、一応basic。腰、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 腰
Пожалуйста, более четко пользуйтесь позициями. Все мы. На самом деле это неправильно, что он не получился. Вы, наверное, понимаете, что такое шоумен? Ваш тело сейчас не находится в позиции. I don't like human beings. 人間 嫌い. Я не люблю людей. Вода карак. 僕は 今日も アイデア たくさん 教えてますね. で、 アイデア は 多分 1回 1回 か 2回 言えば もう 後も 分かるんですよ. Я сегодня рассказал вам о многих своих мыслях, об идеях. И если, в общем-то, подумать о них раз или два, конечно же, вы это поймете. Да, но... Тем не менее. Кону никтай. Никтай ва иккай та данжа, про вакарнай, не? Атама иккай дам вакар, но никтай ва... Атама иккай вакар, то харатка никтай ва там 100 кай, алива 1000 кай бирай, шинай то, про вакарнай. Даже если вы в мыслях, продумав раз или два, поняли эту идею, все равно для того, чтобы ваше тело его осознало, необходимо сотни или даже более тренировок. Я говорю вам что-то, но и вы, конечно же, об этом помните, но все равно ничего не получится, если вы проделаете это просто так сегодня здесь один раз. Вы должны выполнять упражнения и всегда помнить о том, что я говорю. Нет, только не она
Ну, хай-ревель, брат, верху, все. У всех у вас достаточно высокий уровень, у всех черных лица. Don't forget, бигина на токи на кимочито, бигина на токи на ятта, бесику, как бетта я вас рынай, не сижу. Бигина, не? For when you started, I mean the beginner. Ну и не забывайте, пожалуйста, те основы, которые были заложены ваше мастерство в самом начале. Sometimes, white belt, beginner, and black belt, compare. Beginner, no, basic, no, и байк. Часто так бывает, что если сравнить какие-то элементы боя у черного пояса и белого пояса, то они более шлифованы у представителя белого пояса. Но, ну, он мат на пить потом, beginner, но кимоти у вас это письма. Как только вы обретаете какое-то мастерство, вы сразу забываете о том, как чувствовали себя, когда начинали. I never forget beginner. So, when I go in Japan, always for beginner training. So, straight, straight. Hami, hami. これはもっと straight than straight. Very straight. Hami, more hami. これを肩の中にすると、肩がもっとピッピッピッとよく決まってきます。И если каждый раз возвращаясь в Японию, я начинаю проходить заново этот начальный уровень, обращая внимание именно на эти движения. И я понимаю, что может быть это скучно, но тем не менее, если шлифовать их, то все ваши движения станут более четкими, более выверенными. Татоеба, хай, фор, экзамбл, джио. So this block, many people, this one, see? Yes. Многих людей в положении ханы лишь он одинаковый. О, наш шомен. Ханми. Шомен, шомен. Next one. Ханми. И каждый может стать совершеннее только в том случае, если довести до совершенства именно эти моменты. То, чиново мо, кёна аса мо, бока куно куши но ленши ятта дешо? Сегодня вы же делали упражнение на вращение. Пожалуйста, не забывайте это. Кумите ни мо цукай, ката ни мо мочино цукана керебу даме. Вы пользуетесь этим из кумите, и, конечно же, без этого никак нельзя. Конкай, бога секан кипель ваке дес кара, коро мастер шимашо. Не, ката на нака демо, кумите на нака демо, коши о цукау, шиккари цукау лейшу, не, мастер шимашо. Ещё. А только поскольку мне это получается лучше всего, пожалуйста, наблюдайте, попробуйте достичь мастерства. Все то же самое, мне тоже это необходимо, будем заниматься. Направление на сверху. И! Вот, здесь.
Смотрите, это не хорошо. Тут все. Данный сустав заднего бедра, не выше переднего. Но он должен быть ниже. Задний сустав должен быть ниже переднего. Okay. Okay.
как же? Сзади стопа, не открывайте ее. Тише. Внутрь, коленка внутрь, и стопа больше. Айчи!